культуры в деревне Бегуница отметил свой 45-летний юбилей. Почти полвека назад его двери распахнулись первый раз, привечая зрителей на концерты и районные мероприятия. Кто сегодня отмечает день рождения? Любка у всех недоумение. Именины гуляют всем знаком. Есть нюанс, ведь именинник – это дом. 45 наш дом культуры отмечает и на праздник всех радушно приглашает. На протяжении этих долгих лет мы радуем вас своими идеями, творчеством, праздниками, фестивалями и просто радостной, добродушной, доброй, теплой атмосферой. Судьба дома культуры неразрывно переплетена судьбами тех, кто стоял у истоков, кто дарит свой талант нашему всему народу. Тех, кто любил и всегда ждал зрителей, тех, кому лучшей наградой были полные залы и громкие овации. И личность каждого из них нашла отражение и в судьбе нашего дома культуры. Изначально Бегунинский дом культуры носил название «Гомонтовец», однако именно в 45-й день рождения ими решено было обновить. И теперь он зовется возвышенно и гордо «Кумир». Дом культуры и многочисленные события, организуемые при его поддержке, стали визитной карточкой не только для деревни, но и всего района в целом. Фестиваль «Хлебное место» ежегодно собирает сотни гостей со всей Ленинградской области. Сегодня это прекрасный праздник, и мне хочется сказать, что ноябрьские дни очень богатые юбилеями. Недавно у нас был праздник столетия сельхозпредприятия, основателя этого дома культуры, 30-летие школы искусств, которые взаимодействуют всегда с Домом культуры. А сегодня у нас с вами юбилей, это замечательный праздник Дома нашего искусств, нашего маленького скромного мира, культурного мира, с ее обитателями, с ее творческими коллективами, работниками, а также неизменной нашей красавицей и энергоджайзером, энергичной хозяйкой Татьяной Александровной. Последние 18 лет Дому культуры в Бегуницах руководит Татьяна Романенко. Ей удалось создать настоящую династию работников культуры. Ее дочь работает вместе с ней художественным руководителем, а ее внучка, выпускница областного колледжа культуры и искусства, написала сценарий к юбилейному концерту, который стал ее дипломной работой. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы сегодня вместе с нами разделяете эту радость. Радость 45-летнего юбилея, юбилея Дома культуры. Спасибо, что приехали к нам гости, почетные гости. Мы всем рады и желаем видеть вас всегда у нас в Доме культуры. Ну, 45, а ДК Ягодка опять. 45. Как? А он как новенький опять. Это благодаря вашей поддержке, Андрей Иванович, и поддержке администрации Волосовского района в лице Рыжкова Василия Васильевича, которого мы очень уважаем. Также поддержка большая, материальная, финансовая и моральная поддержка от депутатов законодательного собрания Густова Вадима Анатольевича и Левченко Марины Николаевны. От самых юных гостей юбилея прозвучала интересная мысль о том, что Дому культуры, как и человеку, необходимо иметь не только имя, но и фамилию. Мы долго думали годами, что же ДК нам подарить, а учебу масло рисовали, хотели что-нибудь слепить. И вот на нашем детсовете идею выдвинули детям. Дом культуры наш родной, тебе так много лет. Фамилия Бегунский, по имени Сыня. Конечно, имя нужно дать свои большие 45. Свои творческие номера для всех гостей праздника представили танцевальные коллективы и солисты Дома культуры, а также студенты областного колледжа культуры и искусства. Yeah.
Как справедливо отметила заместитель главы администрации района по социальным вопросам Ольга Кущинская, 45 лет – это и много, и мало. С одной стороны, это некий рубеж, повод подвести итоги деятельности, а с другой – это стимул каждый раз превосходить себя и покорять новые вершины творчества. Что такое 45 лет? Вот дети, которые вышли из детского сада, сказали, что это возраст. А я считаю, что это ерунда. Это только начало, которое дает возможность дальше развиваться. Есть уже свои традиции, которые прекрасно сохраняются. Мы знаем, что творческий коллектив не только известен в нашем районе, но они уже не первый год защищают наш район на областном мероприятии, этнографический фестиваль. И мы очень благодарны им за то, что они с гордостью несут флаг нашего района, герб и представляют какую-то изюминку, каждый раз новое что-то придумывают.